Здравствуйте, сегодня у нас пятница. Какой день? Наверное, 18 февраля. Вот хочу показать вот такой грот. Вот я его первый раз вижу за 10 лет проживания в Испании, здесь, в Каталонии. Первый раз вот здесь прошла, потому что он все был завален, был на ремонте. И вот в течение 10 лет наконец-то они его починили. Красота. Ну, люди тут, конечно, через провал лазят. Меня. Впереди какая-то лесенка. Ой, мостик. Вот и поди, там еще можно подняться. Нет, я, конечно, туда не полезу. Вот, да, лесенка, только не про нас. Впереди там. Тут они тут все загородили, вообще залепили все камнем. А вот лесенка, но туда не добраться. Вот все цвести начало. Люрет де Мар. Еще раз повторю, что я живу в Люрет де Маре и в основном все время снимаю Люрет де Мар. Вот кажется, что так тепло, жарко вам. Но на самом деле такой ветер очень такой ледяной, пронизывающий такой вот. На самом деле, ну на солнышке еще ничего, а в тень заходишь, очень холодно. Воду всю спустили и чистят бассейн сейчас. Вот как его чистят. Это вот всю зелень, которая нарастает за лето. Это кипяток такой, струя кипятка, пара. А тут какая-то пена. Хотела побольше погулять. Ой, да холодно очень на улице. Ветер. Вообще пронизывающий ветер. Хочу показать, как у нас оформлен тут подъезд. Еще раз. Красиво. Плиты такие красивые на полу. И вот это по жидкому цементу сделано. Вот тут такой непросохший цемент был, и по нему сделали такой рисуночек.